как можно было не остановиться на таком пляже. Я одна придурковатая в купальнике. Все одеты в куртках. Ай, холодно, зараза, как холодно. Ой, ну вода синяя. Бирюзовая вода. И я не могу не остановиться. Посмотри, какой это даже последний песок. Это не песок, это какой-то какие-то мелкие камешки. Мелкие прозрачные камешки. Я же плавала в холодном море, просто я уже забыла, что это такое. Я же столько лет не купалась в холодном море в зимнем. Ну, надо будет искупаться и сразу текать в машину. Кстати, где горячие источники? Не знаю. Вот я находила горячий источник, но он закрыт, они temporarily closed. Это туда, по пути на юг. Боже, как они тут живут на этом Тихом океане. Тут такой холод собачий. Сегодня 2 июля. Ветруганище. Температура воздуха 19 градусов, вода 15. Как тут можно загорать от этого? Я в купальнике, но замерзла как собака. Ну и холодина. Мы долго сидели, болтали в гостинице почти до часу дня. Потом поехали, перекусили. Вот отъехали буквально. Это Кармель. Это Кармель Бэй. И сейчас поедем дальше. Сегодня не знаю, или мы доедем до Лос-Анджелеса, либо не доедем. Но никто никуда не торопится, поэтому я думаю, что у нас все впереди. И везде мы доедем, куда нам нужно. Ветруганище, на дудке, какой-то концерт. На чем-то там они играют. Объезжай. Все хотят послушать концерт. И мы тоже. Ушибки у меня, пожалуйста, нет. Сейчас посмотрим, что там за представление. Ничего, наверное, не слышно, потому что очень сильный ветер. И никуда от него не деться. Так, снимаю шлепки. Пойдем по песку. Очень опасные волны. Купаться нельзя, красные флажки. А я же пыталась. А дядька говорит, не, нельзя. Даже просто ноги помочить нельзя зайти. А, пойдем. Ой, какая прелесть.
все. Мы поздно пришли. Эх. Thank you. Правда, мы ничего не слышали, тем не менее, thank you. Hi. Hola. Вот так вот. Получила поцелуй. Ну и что, вы так быстро уезжаете? Они сейчас, наверное, вот в этот большой автобус залезут. Нет. Нафиг. А мы сейчас будем за ними следовать. Мы сейчас за ними поедем. Вот так вот. Океан, цвет воды потрясающий. Сколько мы были на океанах здесь, на пляжах, везде цвет такой коричневый, непонятный, грязный такой цвет. А тут вот, там поплелось купаться. Ну нельзя. Как жаль. Поехали за ними. Они сейчас где-то снова остановятся. Ну подержи пока. Сейчас. Ну и океан такой красивый, такой неприступный. Но цвет воды просто это нечто. Что-то у нас светится на потолке такое. Это от чего-то. Ну что, поехали. Мы сейчас за ними последуем, за этими музыкантами. Они, видимо, по всем пляжам будут проезжаться. Ну красавцы такие.